Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Турцию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, ну а для всех остальных приятного продолжения просмотра. Математика, ну хреновый ученый. Ну, потому что математику я уже открыл даже. Что тут мне еще в средневековье тут надо ускорить? Вот военную инженерию бы он ускорил, было бы здорово. Опять тут разлилось. И что, добавилось какое-то одного жителя? Ну, повышена плодородность клеток. Так, я бы, наверное, в мечника кого-нибудь тяпнул, просто чтобы усилиться. 10 единиц железа накоплено. Пускай будет. Да, потратил счет эпохи, но... Да нет, я дебильно поступил. Надо было дождаться наступления следующей эпохи. Еще не может китаец на меня нападать. Ну, короче, понятно. Тут типичное вот это вот перешеек. Мне надо спешить заселять, потому что тут может немец заселиться. Американец, вот там вот этот слева поселок. Куда его ведешь? Да. А, Гонконг слева, который... Да, да, что? Ты его там поставишь? Да, ниже. Возле шоколада. Американец, убери дуболома, американец. Что-что? Дуболома убери. Ну я сейчас не могу. Извержение. Ну это который, наверное, у этого. Да, вау. Красивое извержение у Кноса. Да жесть. Так, ну и теперь давайте, в общем-то, убирать. Все здесь. Или пока оставить. Ай, пока оставим. Сюда прыгну. Надеюсь, тут варвары куда-нибудь денутся. Так, дальше Пингалу. Пингалу. Может Пингалу в Стамбул, а Магнуса куда-нибудь все-таки пересадить уже. Ну вот что я хочу вырубать? В Триполитании хочу. Вот в этом городе, да. Но он еще когда будет поставлен? Давайте в Триполитанию. И построить здесь... Не, в Анкаре надо. Так, значит, делаем так. Убираем. Ставим строителя в очередь. Этого одного убираем. А здесь ставим в очередь в Триполитании торговцев. Китаец, дай в долг, я дам. Обещаю. Замки. Нафига мне замки? Да, водяная мельница. Канадец, ты планируешь слева города ставить? Да. Куда? Под горой? Слева. Вот ниже Гонконга. Сейчас я приблизительно кину тебе. Блин. Уменьшаются жители. Где-то в этом районе. Доведите население города до 10.
Вот сложно это сделать. Ну ставь, ставь. Я тебе там монетку верну. Блин, я бы сейчас, кстати, поменял карточки. Давайте военную подготовку откроем. Надо опять черную поставить еще хотя бы на 3 хода. Эти из Триполитании. А хотя тут построится и так. Так, давайте из Анкары. Я так понимаю, что не хочет антетка убивать этого варвара. А есть что в союзе? Твои варвары самые, убивай их. Вот это я неудачно стал разведчиком. Может отправить в Кумаси, раз она просит. Давайте в Кумаси и туда посла. Станем сюзереном Кумаси. Пока так. Ой, подвис. Американец там просил только что, канадец, ой, господи, андетка. Американец там предложение. А что ты сделал? А откуда эти вот варвары все? Где тут лагерь мой варваров? Возвращаешься. Вообще да, надо вот тут где-то встать скаутом, смотреть, чтобы немец юниты не вел. У кого есть товар на обмен? Еще предложение. Блин. Надо с этими варварами как-то пытаться разобраться. Ну я не хочу в средневековье здесь выходить до следующей эпохи. Чтобы очки набирать потом. Так, здесь у нас остается для районов. Вот здесь надо еще вырубить, значит, пшеничку. А грек с китайцем в войне. О, кого встретил? Бразилия, здорово! Я передвинул на одну клетку, иначе у меня там снизу город не влазит. Hello! Хорошо. Ну здесь в любом случае надо город ставить. Может здесь по побережью тоже неплохие города встретить. Встреча адмирала и разведчика. Блин, что мне вот с этой Анкарой делать? Ну, с варварами этими. Тут попахивает заговором. Угу. Смогу виноград обработать. Так, начну пока машиностроение. Китаец. Я согласен заключить перемирие. Но это будет перемирие. А я хочу перемирие. А зачем тогда перемирие заключать? Потому что вот эти вот рейдерства друг на друга не понятны. Если ты согласен, то кидай предложение. Иканец, убери своего дуболома отсюда. Андетка, если ты что-то говоришь, опять тебя не слышно. Я вот вижу, что ты там включаешь на кнопку. Но... Что с микрофоном произошло? Я предлагаю... Я что-то думал... Я предлагаю, как выйдем в следующую эпоху, перерыв сделать на 10 минут. Вы как? Окей.
Че, давайте попробуем Ибрагима. Я просто не знаю, дадут ли мне за него очки. Ну ладно, ГГшки. Они есть, оказывается. Я бы посадил в Тайюань. Еще раз, что он делает? Я тоже не верю. Производство всех военных юнитов в городе увеличивается на 20%. Ну, пока надо в свой какой-то город сажать. А, ну, давайте тогда Пингалу получим. Осадник. На исследователя. Две ГГшки. Так, здесь пока я не использую. Две сверху от нас. 22 там, да, было? Что я не расслышал. Конечно, Ибрагима бы прокачать. А что тут? Все юниты в пределах 10 клеток от центра города получают плюс 10 к боевой мощи при атаке защищенного района. У меня тут внутреннее море. Чё, Бурса не растет, Стамбул не растет, да. А, ну тут Пингал вообще приедет. Может получше стать. Мне вообще рейти нужно построить. Фермы. Города не растут совершенно. Карточку не поставил, блин! Открывал военную службу. Инвиктус, ты посела ведешь направо? Как всегда, ладно, придется деньги, наверное, заплатить. Тебе там дорого. А, 30 золота, ну, давайте. Придется. Так, значит, я хочу, во-первых, изоляционизм. Так, сделаем сюда. Изоляционизм. А здесь... Ну, то есть мне это ж не надо. У меня там чисто эти строятся пока. Хотя, может, мне против варваров что построить, блин. Ладно, оставлю. Эх, тварь ломает мне все тут. С варварами проблемы, ну. На ровном месте. Короче, надо сбегать, разобраться. Блин, надо тут фермы ставить. Опять вот только варвары мне мешают. И здесь надо... Я, наверное, я сюда пойду. Раз Магнус у нас есть, надо... Все грабить. То в Сивосе построим. Тут, наверное, промышленную... А, я промышленную зону еще не открыл. Вот здесь бы вот эту клетку выкупить для кампуса. А что у нас вообще по клеткам? 16 ходов вон та. Давайте конюшни. А, центр коммерции, тогда рынок. Тут рынок строим. Здесь мы вырубили. Блин. Нифига себе китайцы, какой хи... Что? Что у китайца? Китаец пришел ко мне через тебя. Там лошадь просточилась. Он просто, видимо, не разведывал, не знает, что у меня там что-то есть. Вылазка. Я не разведал. Ну, походите, ну.
Машиностроение надо открыть и эти строить. Там, где нету холмов, я оставляю лес. Все, ты... Великанец, оставь покой Махенджидара, будешь прикупать, я его сниму. Я не покупаю Махенджидара, это другой оттуда. Открыть, если что. На видео я... Володя, он покупает постоянно. Окей, я Махенджа довел до трех и сделал какой-то из его этих заданий. Наконец-то. Словил. Очень мало денег. Да блин, что тут так дохнут? Повырубал все, теперь еды не хватает. Короче, здесь надо устроить треугольник. Надо ферму, я сейчас вот выйду... В греческий век и фермы будем строить тотально. Я понимаю, что там все в героический выходят. О, греку не повезло. Следующим ходом пауза, напоминаю. Всех век заканчивается? Да. Блин, 45. Не могу пока купить. Не знаю, может тут постоять. Или к этому лагерю сходить. А, машиностроение открыл. Я получил сейчас очки за выход? Да, блин. Дебил. Ну, не знаю, селитру... Акведук. Может, летучие отряды лучше открыть. У меня, правда, ни одного этого. Давайте ученичество. Ни одного... Нечего апать в летучие отряды. У нас тут где-то варвары и тут где-то варвары. Опять? Боже, тут постоянно. Повреждено 0 клеток. Вообще ничего нигде не повреждено. Колизей, да. Колизей. Что, этот ход ходим, потом пауза? Не, давайте паузу. Нет. Так, ну что, все радостно вышли в героический. Давай, пока я еще не... Ученого. Три случайных технологии античности и средневековья. Ты будешь город ставить выше Казани? У меня еще в античности... Ой, в средневековье не все открыто. А, ну можно ускорить. Кстати, вот военную инженерию бы мне ускорить, я был бы очень рад. Он всегда молчит, это тактика скрытого убийцы. Главное, город Смоленск вижу почти весь. А так, надо рабочих здесь строить.
проследить именно и... Надо будет карточку поставить. О, я уже могу поставить. Так, давайте карточку на рабочих. Вот так пока сделаем. Ну и юниты надо было менять. Надо. Сейчас я поменяю. Может быть, конечно, кавалерию. Вот кавалерию можно поднастроить слегка. Вот так, например, здесь. В очередь поставим. Тяжелую. Как раз я вырублю. Я не хочу никакие чудеса пока строить. Эту клетку, конечно, хочу купить, но... Предлагаю к немцу. А, по поводу редких ресурсов, я видел, что у всех практически мрамор есть, так что предлагаю за мрамор проголосовать. Не у всех. В общем, у тех, у кого есть мрамор, голосуйте за мрамор. Канадец, голосуй за себя. Я за себя проголосую, но вряд ли пройдет. Да, мрамор дает, а тут вон за артиста проголосовали. Артист это кто это, бразилец, по-моему. Нет. А, я его не встретил, канадец. Так. Контрфорс воен... О, есть военная инженерия, наконец-то, е. Так, давайте откроем. Полу образование. Тут можно и замки открыть. Кстати, две галеры тоже можно бы сделать в Трабзоне. Три хода. Ладно, подождем здесь три хода. Ой, зачем я на две клетки походил? Пять катапульт. Так, ну и нужно поселенцев строить. Все нужно. Создание строителей. Нет, давайте поселенцев. Так, здесь нам бы, конечно, в литье выйти. То есть феодализм надо открыть, оружейную построить и два арбалетчика. Я тут строю. Да, ну деньги. Феодализм давайте начнем. Тут я, конечно, очень тупо вышел лучником. Так, по идее, он не будет сейчас грабить. Скауты себя мирно ведут, если... Ого, немец? Что? Я не ожидал, что так близко. А ты как думаешь? Все не просто так в нашем мире. Так, давайте тут в очередь поставим торговца после, сразу вот так сделаем. И вырубаем. Так, есть что в союзах, нет? Через два хода. Инвиктус. Я сейчас поставлю город, а потом он упадет. Грек, так ты вышел в союзы? Да. Ну, давай. Чё-то не могу тебе... Нет, дружбу надо дружба сначала принять. Союзы. Я тебе кинул вроде дружбу. А вот, ведь... Все, кинул союз.
О, дополнительный. Вот теперь можно, кстати, нанять Ибрагима. А за него очки не дают, кстати. Так, я бы его в Сивас посадил. А Виктора тогда в Бурсу. Ну, а Рейну... Рейну в Халеб. Я же поставил на поселенцев карточку. Да. Так, здесь отправляем. Алексей, может, вы хотите союз? Ну, кстати, можно, почему нет? Я думаю, мы дотянемся. Да. Куда ты постраивал, бразилец? У тебя он отпадет, этот город. Офигеть, вот это ты фейл сделал, конечно. Прямо Лёше город подарил. Ну да, бразилец, что-то ты это... Немец, а можешь своим дуболомом, который вот рядом с разведчиком стоит ниже? Нет. Ну зачем сюда? Нет. Ну вот зачем? Ты подлец, Лёша. Нет. Инвиктус, собери, пожалуйста, своего разведчика. Там намечается триллер. Блин, мне надо куда-то сюда. Срочно. Но тут нет у меня денег. Я тебя люблю, слушай. У нас с тобой караван. Тринадцать ходов поселенец. А в Сивасе? Алло, Рус. Один ход. Так, пошли там разбираться. Не успел. Может, мне надо было войну объявить, когда он высадился бы. И захватить поселенца просто. Ой, это я зря сюда зашел. Столько городов Китаю войну объявила. Виктор кашет. Так, феодализм открыли. Давайте наемники. Там средневековые ярмарки, потом гильдии. Хотя нет, подождите. Канадец, я в союз вышел. Новые строители.
еще 6 ходов. Все виснет, тормозит. Давайте, наверное, новых строителей поставим даже вместо соседства кампусов. А тут ветеранство. Сразу 10 науки ушло. Здесь надо строить... Союз, хочешь? Казармы. А, он не дотянется. Разил, предложение. Надо было мне сюда сходить. Я могу только с русским нас. Пекин все всунул. Раз, два, три. Куда-то вот сюда. Нет, я даже не могу сюда. Ну, куда-то надо будет привезти. Так, уходим. Уходим. Да, Леша. Я только услышал «да, Лёш», и все. Говорю, довольно подло делать, как ты сейчас сделаешь. Я сам тут хочу город ставить. Что это подло? Я и дохрена место куда ставить. Объявляй мне войну. В чем дело? У нас дружбы нету, где подлость-то? Я хочу сам свои города ставить, а ты ведешь поселенцев. И подло, что я тебе не даю город поставить? Овечек вырубить. Что здесь дальше? Может, Мачу Пикчу построить, кстати. Нормально зайдет. Я бы сначала эту клетку выкупил. Ладно, пока так. Пока не буду Мачу Пикчу строить, давайте торговца. Блин, пока непонятно мне, что тут строить. Ее идти, конечно. Еще и оружейную надо построить. Замки открылись. Оружейные у нас здесь. Двух арбалетчиков не проблема. Создать. Пускай обходит как-то так. Но мне тут надо города поставить, значит, будет. Новая открылась стоимость, но лучше не... Ну, пока может... Хотя... Что там со строителями у меня? Построились строители? Я же все ГГшки мои. А, это нормально, что у меня караван не может доехать ни до кого?
Плохо. Плохо. Ты счастливчик. Мне он таран никак не доедет. Так, из Триполитании, из Халепа, из Стамбула. Мне нужен какой-нибудь Анкары, союз. Давайте. Нужно... Ой, блин, с тобой не туда, не тому. Научный союз? Ну, хочешь, заключим, давай. Хочешь, нет. Ну, ладно, ладно. Нет. Ну, ладно, ладно. Я отклонил. Просто немножко отклонил. Мне мискликнул. Может, все-таки и здесь поселим? Блин, 11 ходов как-то долго. Может, рабочего сначала. Так, что у нас с армией? 434, 350. Ну, 350 это у меня вообще не апнутых. Вообще не апнутых. Тут давайте строители тоже. Деньги нужны. Деньги это чисто к греку отправлять. Но он сюда пойдет. Так обходить будет меня, я так понимаю. Блин, бразилец, ты в каком году выйдешь в союз? Опа. Прикольно. Ну, мне нужны деньги для апгрейда моих катапульт. Давай союз. Грек, а ты какие-то военные действия вообще против Китая ведешь или планируешь вести? Мы воюем прямо сейчас. Не, я понимаю, что вы в войне, но это же не значит, что вы при этом реально воюете. Вот прямо сейчас прямо реально воюю. Он на меня нападает, я сейчас прямо оборону. Китаец, ты будешь дружить? Ну, мне, видимо, сюда надо ставить город. Этот... Ну, этот... Блин, сюда и все, тут как слишком большой. Значит, этот сюда поведу. Слишком большая лояльность. Когда через 4 хода можно убрать. То есть тут китаец не может поставить город, потому что тут офигительная лояльность бразильца и кого-то еще. И немцы, наверное. Так, мне нужны фермы. Успел отправить в Анкару. Что, Кумась уже кто-то перекупил у меня? Андетка, ясно. Я тут буду промышленную площадь Китай ставить. Китай тут сейчас забыл с поселенцами. В рыцари можно апнуться. Так, ну мне деньги нужны. Я, конечно, могу воевать, но денег у меня реально мало.
канадец. Да. Тут варвары, конечно, суровые. Следующий ход. Можно культурные. Пульты. Так, оружейная нужна. Экономическая у меня с Россией. Хорошо, культурный давай. Колосс Нео построил. Ну, блин, Китай надо сносить, ну что сделать. Ну и тем более с моими способностями. Так, я сейчас получу прокачку для Ибрагима. Ибрагим. Тут надо город поставить. Так, где еще хотел треугольник? Вот тут где-то хотел кучу ферм наделать. Так, тут вырубаем. А вот и строим промышленную зону. А, стоп, тут еще рис, тогда пока еще ждем. Еще ждем. Так, вот здесь можно еще фермы поставить. Прокачиваем Ибрагима. Всеми-то пределов 10 клеток от центра города получает плюс 10 боевой мощи при атаке защищенного района. А что у меня с генералом? 2 очка, 4, 1 очко у Китая. Китай просто даже построил 6 ходов. 2 арбалетчика я сделаю. Ну, порох. Да у меня банковское дело надо. Так. Гильдии откроются. Все нормально. Наука нужна. Нету ни одной научной ГГшки, вообще не найдено ни хрена. Так, тут мы откладываем на промышленную зону. Здесь надо занимать места будет срочно. Этого сюда, этого сюда. Трындец. Ну хрен они вообще на меня пошли тут, ё-моё. Надо, конечно, организовать. Так, тут что? Палмы? Тут обработаем. Организовать арбалетов следующим ходом. Поставить карточку на наемников. Блин, ну тут... Я не хочу сейчас деньги тратить, вот честно вам скажу. Просто не хочу деньги тратить.
тот город поставить. Ну тут как-то, ну, лояльность минус 20 все равно. Минус 20. Так, следующим ходом надо порох отменить. Потому что оружейная, я оружейную здесь построю в Сивасе. О, кстати, работает даже шахта от грека. Здорово. Так, давайте, может, мы в Сивасе вот эту... Или Триполитания ее обрабатывает, иначе она умрет. Есть сахар на продажу. Готов на вино менять. Или на благовоние. Да я тебя еще не нашел. Здорово. Вот и хорошо поговорили. Предприниматели. На этом пока все. Спонсоры канала могут посмотреть продолжение прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!